профилактические мероприятия в основном связаны с центральной частью города, где большая масса нарушений правил остановки стоянки водителями. Когда водитель обнаружил отсутствие автомашины на своем месте, необходимо позвонить в дежурную часть, это телефон 64-3303 747-107. По этим телефонам можно узнать информацию, эвакуировали машину, куда, на какую стоянку. Ну, естественно, для того, чтобы забрать машину, необходимо будет обратиться в ГИБДД, где на него будет составлен административный, естественно, протокол или выдано постановление, и оплатить штраф. После этого уже машину можно будет забирать.